Всем известно, что огромное количество пауков населяет нашу планету. Пауки являются самыми древними представителями фауны и сопровождают человека с древних времен. Одни из них совершенно не опасные, а вот другие способны нанести большой вред человеку. Паук «Черная вдова» относится к группе ядовитых и опасных пауков, и чтобы не стать его жертвой, нужно знать, как он выглядит и в чем его основная опасность. Всем привет! Вы на канале «Познавая мир». Мы начинаем! Черная вдова славится своим необычным видом. Она является самым ядовитым и опасным пауком на всей территории Америки. Такое страшное название этот паук получил по той причине, что самки вдовы поедают своих самцов после спаривания. И именно поэтому продолжительность жизни мужской особи ничтожно мала. Также самка съедает самца, когда принимает его за пищу. Ученые утверждают, что поедая самца, самки получают необходимые белки, которые в дальнейшем будут полезны для маленьких паучков. Самцы с большой осторожностью подходят к паутине черной вдовы. Если самка не голодная, то она с удовольствием впустит на свою территорию будущего отца своих детей и разделит с ним брачное ложе. А уж если она голодна, то без промедлений съест нерасторопного жениха. Чтобы этого не случилось, пауки-кавалеры танцуют своеобразный брачный танец. Черная вдова ведет скрытный образ жизни и без причины никогда не нападает на людей. Чаще всего люди страдают от укусов паука, который залез в одежду или обувь. Причиной может послужить лишь то, что человек попытается потревожить ее жилище. В этом случае атака черной вдовы будет выглядеть как самозащита. Увидев черную вдову, нельзя не заметить красные отметины, расположенные на округлом животике вдовы. Большое красное пятно носят лишь особи женского пола. Именно они считаются наиболее ядовитыми и опасными, нежели самцы. Описание черной вдовы весьма интересное. У нее 8 ног, как и у всех представителей паукообразных. Самки заметно наряднее и крупнее своих самцов. Имеют блестящий черный наряд с яркой красной отметиной на брюшке. Самец паука черной вдовы выглядит намного бледнее. Он имеет слабый желтоватый окрас и в несколько раз меньше женской особи. Увидеть его представляется возможным редко, так как в своей основной массе они идут на съедение ради продолжения будущего рода. Самки в длину достигают 40 мм. Еще одна отличительная особенность черных вдов – это очень мохнатые лапки. На задних ножках расположены маленькие щетинки, с помощью которых они могут подползти к своей добыче. Яйца черные вдовы откладывают в своеобразные шары. В одном таком шаре располагается обычно от 250 до 800 яиц. Детеныши рождаются совсем белесые, но спустя какое-то время они становятся похожими на своих родителей. Маленькие паучки обладают врожденным каннибализмом. Находясь еще в зародыше, они поедают друг друга. Поэтому из огромного количества яиц вылупляются только около 10-12 паучков. Паук «Черная вдова» ядовит. Укус может серьезно отразиться на здоровье человека. После попадания яда в организм по телу идет сыпь. Случаются приступы тошноты, может подняться жар. Такое состояние длится до 12 часов. Лучше всего быстро позаботиться о противоядии. Яд самки сильнее влияет на организм, нежели самца. Благодаря своевременной медицине удалось уменьшить количество летальных исходов от укуса. Черная вдова обитает на всем земном шаре. В России черная вдова ранее была экзотикой, и увидеть ее можно было лишь в инсектариях, где их исследованием занимались ученые. Однако, в настоящее время пауки встречаются и в России. Живут в теплых регионах, например, в степях Калмыкии, в Астраханской области, а также в Причерноморье и Приазовье. Черная вдова любит проникать в человеческие постройки и плести там свои паутины. Излюбленными местами для них становятся сухие и темные укрытия, например, подвалы и сараи. Паук может поселиться в старом пне или мышиной норе, а также среди густой растительности виноградника.
Зимой они ищут теплые условия и способны проникать даже в дом человека. Группой риска для черной вдовы считаются дети и старики, которые по своему неразумению или любопытству могут вступить в контакт с этим ядовитым существом. Питается черная вдова, как и другие паукообразные. Рацион питания паука составляют насекомые. Они висят вниз головой и поджидают свою добычу. Не прочь полакомиться мухами, комарами, мошками, жуками и гусеницами. Как только потенциальная еда попадает в сети, паук подкрадывается для того, чтобы плотно укутать еду в паутину. Своими клыками пауки прокалывают добычу и вводят в тельце жертвы свой ядовитый раствор, который разжижает тело добычи, и та погибает. Интересным фактом является то, что черная вдова может долгое время обходиться без пищи. Если поблизости нет еды, то паук способен около года прожить без питания. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.